Замес стартовала. Обратите внимание на пятый ряд Хасан Фафана. Это победитель игр, дорогих европейских игр здесь. И рядом с ним Константин Струвалидис стал себе бронзовым призером в этом виде. И именно между ними сейчас развернулась жесткая борьба. И я не знаю, кто здесь победил. Будем ждать результатов фото финиша. Стартовал очень непредсказуемая дистанция, неплохо начала. И спортсменка из Польши, вы видите, к сожалению, Урсула даже потеряла ориентиры. И теперь впереди у нас сборная Швейцарии. Ауме Шпарен побеждает в этом забеге. Одна из сильнейших спортсменок Европы. 13, хотя бежать девочки еще метров 300. И вот они бегут уже 200. Итак, сейчас будет наверняка итальянка будет атаковать.